И всем привет, с вами я, Александр Сачков, и сегодня мы тащим на карте АВП Лего 2. В общем, ребят, мы сейчас затащим здесь. Да блин, вы достали меня. Это вообще нечестно играть здесь, вообще как... Вообще, не знаю даже, что здесь даже происходит. Вообще, это да, такое вообще. В общем, да, это мой сервер, опять мы зашли на свой сервер. Играем сегодня. Вообще, здесь команда, короче, самая, наверное, злая из всех. Потому что, смотрите, они все нападают кучей прям на всех. Где там последний-то? Нет последнего. Здесь доступны мои оружия, то есть из кейсов. А на других серверах, то есть на пиратских, или точнее, да, на пиратских, там недоступны почему-то оружие из кейсов в стиме, то есть. То есть пиратские сервера только для пиратов, то есть... Ну, короче, для пиратской CSGO. Это понятно уже, там свои коды для, на оружие. Что, то есть для игроков Steam специально сделали сервера на Steam, где там работают такие оружия. А на сервера, которые для пиратов, пиратские сервера, там уже другие коды оружия, то есть перекодировано все. В общем, в этом видео я хотел вам показать вообще, как изменится, что будут ли обновления какие-то. Да, обновления будут, ребят. Вообще изменится из всего то, что изменится, добавят в игру перчатки, главсы, то есть они будут уже в игре, то есть это понятно, да? Такое будет. Ну вот, наверное, и все. Кроме этого ничего больше не будет нового, кроме перчаток. Ну да, будет кейс с перчатками, будет магазин еще. Там будет, можно будет купить одежду, там будет еще одежда в игре. Они решили добавить одежду в игру, но этого пока они еще разрабатывают. Будет одежда, то есть из всяких спецслужб, армии, там, ну, всяких разных костюмов просто для красоты. Это все будет в магазине не Steam, а вот самой игры CSGO. То есть как-то так они хотят сделать. Перчатки будут из кейсов. Это уже понятно, они будут, эти перчатки. И еще будет более, наверное, крутая графика. Но это уже не точно, вот эта, вот эта информация про графику, это уже не точно. То, что они изменят. Но я где-то слышал то, что да, изменят эту графику все-таки на более крутую графику. И все, это, наверное, будет последняя Counter-Strike. То есть они пока что не собираются новую Counter-Strike создавать. Поэтому остановимся на Г, наверное. На Go. Поэтому как-то так. То есть изменятся все текстурки, как написали администраторы. А, то есть... То есть, если там были перчатки обычные, то они изменятся. Будут новые скины. На серверах можно будет создать свой сервер, типа map edit'а. То есть, как-то так изменится полностью вообще игра. Новые кейсы будут. Точнее, не кейсы, а новые оружия из кейсов. Ну, в общем, все изменится. Будет новый дизайн Counter-Strike. Но это еще, наверное, не скоро будет. Это будет немного попозже, может. Через полгода все это вступить сил. Ну, про перчатки уже, наверное, вот раз их добавили в турниры, вот мы когда участвовали в турнире, уже были перчатки. Да. А вот когда их добавят в игру, наверное, уже скоро, потому что в следующем обновлении вроде должны их добавить уже. Может быть, добавят, а может быть и нет. Я точно не знаю, я вам не администратор. Ну, просто я вот поговорил с одним из разработчиков, да, они сказали то, что перчатки будут в игре, это уже понятно. Также будут скины, они разрабатывают скины, одежды и магазин, то есть будет новая вкладка в меню игры магазин, там будет продаваться всякие, там будет продаваться оружие, то есть как-то так, там будут новые оружия, то есть новые виды оружия, которые будут в игре. Ну, там в основном будут там автоматы, как я по списку прочитал. Список я вам могу скинуть в описании.
список оружия, который возможно добавят в Грейс. Точно, оно возможно. Там только в основном автоматы, там больше ничего. Там только 10 автоматов вроде и что-то еще там. То ли текстурки бомбы, то есть, короче, текстурки будут в магазине. Там они будут, короче, самые разные текстурки, то есть разных цветов, но оружие в основном одинаковое. Ну, больше всего я ничего больше не могу сказать. Текстурки игроков, вообще, текстурки всех карт изменятся полностью вообще. Поэтому, блять, вообще нахуй. Все, короче, изменится в игре, и будет игра совсем другая. Да. Кстати, китайцы уже разрабатывают другую уже игру. Counter-Strike Online CSO. То есть вторую часть. То есть там тоже выйдет обновление, там только совсем другая Counter-Strike. Специально сделанная для Китая. То есть какая-то такая Counter-Strike. В общем, все это будет. Все будет. Перчатки вот, наверное, в следующем обновлении, может, точно выйдут. Я конечно, не знаю, может, в следующем обновлении или в этом, я точно этого не знаю. Но перчатки будут, это уже точно известно, то, что их уже добавили в игру. И даже консольные команды уже есть. Только я напишу их в следующем видео. Консольные команды на перчатки из турнира, короче, вот этих команд. Перчатки есть Navy, всякие другие перчатки там. Но вообще они такие, просто для фанатов. На них уже есть консольные команды, то есть их нет еще в магазине, так же как секретные такие вот предметы, типа шприца, типа аптечки, какой-то слежащие гранаты и бронежилета на 200 хп. Это все уже есть в консольных командах, но это не добавлено в игру. Также с этими вот с перчатками. То есть они уже есть в игре, есть турнир, только на них только есть консольные команды. Может, уже их кто-то знает, может, их никто еще не знает. Но консольные команды есть, я уже спросил, они точно есть. Я это точно знаю. Нет, сука. Короче, ладно. Сейчас затащим эту команду. Ну и все, из обновления больше пока что ничего не известно. Я спрашивал про парашюты. Пока что ничего. Пока что этот даже удивился, которого я спрашивал, что парашюты, он сказал то, что вроде уже добавили в игру, но не в игру, а типа как плагин на сервер. А парашют в CSGO. Не знаю, я не видел. Чтобы в игре был парашют. Да. Ну, не знаю, все это будет добавлено. Я точно не знаю, когда, но будут добавлены перчатки, да точно уже понятно. Текстурки, может быть, в следующем году будут, я точно этого не знаю. Будет вообще глобальное обновление, короче, Counter-Strike Global Offensive. То есть, вообще. И вроде пиратки должны вообще закрыть. То есть, для пираток вообще не будет серверов, то есть закроют вообще все пираты, пиратские сервера. Для Counter-Strike Global Offensive. То есть вообще этого не будет. И можно будет играть только лицензионно. То есть это значит покупать в Steam саму игру. Те, кто играл на пиратке. То есть вот только так, наверное, будет. Потому что... Что там это? Зачем Valve компании... Зачем им нужны пираты, которые играют в пиратские игры, скачивают пиратскую Counter-Strike Global Offensive, где уже все оружие собрано и играют, могут целый день играть в нее. Это неправильно для них. Поэтому они решили запретить все пиратские сервера. Вообще, всю пиратскую игру. Поэтому пиратской игры не будет, может, это уже будет в следующем году. Вообще, вакбаны будут постоянные, я так понял. То есть будут вакбаны вообще за все, за то, что вы скачали там читы, за то, что, хотя и за читы тоже уже были вакбаны, за скины тоже будут баны. Потом будут за спидхаки, вот эти вот всякие чит-энджины, типа вот этих читов, это тоже будет вакбан. Вакбан это навсегда, то есть вам блочат просто Steam. Блокирует вам Steam, то есть не сам Steam, вы можете пользоваться Steam, но войти с этого Steam в игру вы не можете. Точнее, можете, но сервера
лицензионной нет. То есть вы можете играть там с ботами, но чтобы поиграть в сети с друзьями, это вы уже сделать вы не можете, потому что у вас есть вагбан. Там и так и будет написано, такое меню у вас будет, и написано, вы заблокированы, вагбан. Ну, типа такого будет. Баны будут, как я уже сказал, постоянные за полностью за все. Даже за то, что вы в мастер в игре. Это тоже будет. Например, если вы сразу сделаете там, постоянно будете делать хедшоты, даже не промахиваясь, убивать, то за это тоже иногда вагбаны. Но самый прикол, то что, наверное, вас это удивит, но Valve решил сделать так, то что если вас банят на серверах постоянно, то есть какой-то лимит, лимит банов будет, если этот лимит вы сделали, то тоже будет для вас вагбан. То есть если вас постоянно банят на серверах, на любых вообще серверах, на пиратских, не на пиратских, просто вас банят и все, то есть кикают, банят, вот так тоже можно вагбан получить. Не знаю, почему они это хотят сделать, я не знаю. Но если это сделают, то, наверное, никто уже не будет играть в CSGO, потому что это не будет так уж прикольно, как это было раньше. Ну и, кстати, вот об этом глобальном обновлении. Изменится вообще текстурки всего. То есть там добавят какие-то, зачем-то лазеры на ауг добавят. В общем, лишнюю всякую хрень добавят, которая в игре вообще не нужна. Также, не знаю, зачем они хотят это сделать, но так мне сказал вот этот друг, который разработчик, с которым я общался. Он меня, может, пошутил, может, нет. Но он мне сказал то, что будет смена дня и ночи на картах там всяких. Так что, возможно, это в игре будет, и не знаю даже, как это будет. Но лазеры, возможно, они тоже добавят. Лазеры, например, с ауга будет зеленый лазер, то есть наводиться на игрока, то есть раз они хотят смена дня и ночи сделать, то есть если день, вы не видите этого лазера, хотя может и видите. Я не знаю, что они хотят сделать, но скрины я уже видел. Я ВКонтакте скрины выложу вот этой вот всей хрени. Также, если ночь, то сразу видно точку на игроке, которую вы целитесь. То есть это уже понятно. И зачем они это хотят сделать, я не знаю. Они полностью хотят... они хотят, я так понял, вот глобальное обновление, они хотят просто сменить движок Counter-Strike Global Offensive на другой движок. Потому что этот движок, я так понял, очень старый, и играть с ним неинтересно. Поэтому они хотят сделать новый движок, CSGO перенести на новый движок. Это значит то, что у всех полетит CS, и придется опять перестанавливать ее. То есть обновление опять все скачивать, потому что новый движок, новое обновление, глобальное обновление и все типа того. Да, вот так как-то получается. В общем, всякую ненужную хрень делают, я так понял. Ну, в общем, обновления больше нету никаких, которых я хотел бы вам рассказать, потому что все. Да, там какой-то будет еще режим, вроде бы, но это, конечно, не точно. Я вам говорю, это всего лишь разработки. Это, возможно, даже не выйдет в игру, но это... Ребята реально разрабатывают, они пытаются что-то сделать новое для Counter-Strike Global Offensive. Ну, не знаю, это выйдет вообще в игру или нет. Этого никто не знает. Потому что лазеры, смена дня и ночи, это все разработки. Может, их не примет Valve, и это обновление просто не выйдет в Counter-Strike Global Offensive. То есть, его не будет. Но это не точно, может, оно выйдет. И может совсем уже скоро, через полгода, может. Когда, короче, они доделают это все, баги исправят, всякие обновления доделают. И, возможно, тогда уже они выпустят это обновление. Но это не точно. Точно я могу сказать то, что будет обновление перчаток. Это все, что я могу сказать. Остальное неизвестно, что будет в обновлениях. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео, добавляйтесь ко мне ВКонтакте, ID 53 55 44 63. И, в общем, всем вам пока.